Добрый вечер, 7 часов и 20 минут, прямой эфир телеканал ТВ5. Меня зовут Андрей Мамыкин, это программа «Без цензуры», все как всегда. Ну и как мы обещали, гости на весь ближайший час в прямом эфире телеканал ТВ5. Янис Урбанович, председатель парламентской фракции объединения партии «Центр Согласия». Добрый вечер. Добрый. Спасибо за то, что пришли на прямой эфир. Пожалуйста. Кстати, вот знаете, я посчитал, что в программе «Без цензуры» вы не были больше года. Последний раз мы встречались перед языковым референдумом. Вы устали от прессы? Вы устали от вопросов, от расспросов, от журналистского внимания? А сколько раз вы приглашали? Это другой вопрос, я про ваши ощущения. Я приглашал вас один, и вы сразу пришли. Лох? Это ладно. Да. Но ощущение усталости есть у вас от прессы? Нет. Нету? Меня не допекают. Давайте спросим наших зрителей вот о чем. Почему, как вам кажется, судя, по крайней мере, по заявлению лидера Центра Согласия Нила Ушакова, Центр Согласия не хочет идти вместе единым списком на следующих муниципальных выборах с партией «За родной язык»? Потому что Линдерман связан с Единством и спецслужбами. 905-01-321. Телефон для вас. Потому что вам кажется, что хватит уже эксплуатировать русскую тему и пора заниматься решением насущных проблем и увлекаться социал-демократическими, а не национальными идеями. 905-01-322. Если вы считаете, что политики просто так между собой договорились, 905-01-323 это телефон для вас. А еще пару слов о нашем сегодняшнем госте. Председатель фракции Центра Согласия всеми Янис Урбанович родился 23 марта 1959 года в Резекне. По образованию инженер-гидротехник, окончил Латвийский сельскохозяйственный университет в Елгаве. Свою карьеру начинал как инженер, руководитель строительных работ. В 1984 году стал первым секретарем Центрального комитета Латвийского комсомола. С 1993 года регулярно избирается депутатом Сейма вплоть до нынешнего созыва парламента. Сейчас является председателем фракции Центра Согласия в Сейме. Знаете, вы один из немногих депутатов, который там, не знаю, с пятого Сейма не сменил ни разу ни одной партии. Ну, там партия, может быть, меняла чуть-чуть название, менялись какие-то конфигурации и прочее. Но вы как-то вот не бегали по фракциям. И как-то так удалось? Ну, у меня комплекция располагает к устойчивости. Ой, ладно. Знаете, сколько людей с еще более устойчивой комплекцией были неустойчивы политически? Знаете, вы вот как относитесь к своему, скажем так, комсомольскому прошлому, к советскому прошлому? Мне приятно вспоминать. Я был молод, мне было интересно. Ну, Господи, кто ненавидит свое прошлое, тот ненавидит сам себя. Во все времена люди были и счастливы, и несчастны. Это сейчас те, которые меня в свое время ругали за то, что мы слишком много латышского языка, на разные тусовки в Межапарксе и в Юрмале. Комсомольские, в советское время. Да, где мы приглашали заморских гостей, кстати, и так далее. Те как раз сейчас являются самыми большими вредителями латышскости, латышской Латвии. А Урбанович у них русский шпион, соответственно, в их системе координат сейчас. Ну, наверное, да. Ну, я не знаю, навряд ли они меня так высоко ценят. Скорее, я являюсь носителем их той памяти, которую они не хотели бы, которую они хотели бы свою жизнь забыть. Многие сегодня, которые борются, клеймят советское прошлое, они как бы самоутверждаются и вот как бы вот клянут и извергают из себя вот это вот несчастье, что они жили в неправильное время, в неправильной стране. Ай-яй-яй. Ну, вы-то не плюете в свое прошлое? Я повторяю, я горд, что мне удалось работать с такими интересными людьми. Я много увидел, много, мне кажется, именно тогда научился. 6735-7431, хочу я сказать для вас, это телефон для всех, кто хочет позвонить в прямой эфир. И может дозвониться и mamikin@tv5.lv, адрес для электронных посланий для тех, кто хочет написать какие-то комментарии. Дмитрий уже написал, когда политики начнут отвечать за свои действия не политической ответственностью, а финансовой и уголовной. Кстати, вообще это большая проблема ответственности политика. Вот вы вы лично чем отвечаете? Или, так сказать, какой ответственностью вы меряете свою деятельность? Ну, я живу среди своих избирателей, и мне приходится очень часто с ними говорить. Я даже точно не знаю, являются ли они именно моими избирателями. Но коль скоро подходит, наверное, так.
И они задают вопросы, высказывают претензии о своей участи, о политиках всяких, всех, и когда будет лучше, и многое другое. Мне приходится не очень просто в таких разговорах. Это не с журналистом беседовать, где можно выйти от ответа. Там никуда не уйдешь, тебя за руки держат. А вот, кстати, говоря о людях в прошлом, вы, если я только не ошибаюсь, потому что я так искал, ковырялся в вашей биографии, однокурсник Андриса Штелла, это правда? Нет. В советское время вы учились вместе? Нет. Не учились вместе? Нет, он раньше меня окончал. Он мех. Да, сельхозакадемии. Да, а я гидротехник, гидростроитель. То есть не пересекались? Нет. Вообще, если отбросить всю эту вот, ну, мишуру политическую, из ныне действующих лидеров, из ныне действующих политиков, которые, ну, вот уже за последние 20 лет, может быть, сейчас они ушли, так сказать, от дел, с политической сцены, но они были. Вот вы на кого смотрите с таким интересом, что ли? За кем вам интересно наблюдать? Мне все интересны. Правда. Если раньше во мне было больше дух состязательности, победить в споре, в интригах, в каком-то маневрах, угадать, опередить, то сейчас, кроме всего этого, безусловно, без этого нельзя, иначе тебя обманут, обуют, все что угодно, если ты не будешь следить за происходящим, то сейчас я, может быть, даже какой-то исследователь, мне очень интересно смотреть, как люди развиваются или портятся. Это очень быстро происходит на глазах, они этого не замечают, это в осанке, ну, во всем. Да, то есть люди себя начинают... Некоторые сразу после избрания становятся на голову умнее, гениальнее. Другие постепенно портятся. Это кто такой? Какой фракции? Масса. Это во всех фракциях такое бывает. Во всех. Я сам, если так вот посмотреть назад, я тоже стеснялся вопроса, что я что-то не знаю. Тогда казалось, это как? Депутат что-то не знает. Это ужас. А сейчас вы поняли главное? Вы ухватили суть? Я знаю, что это нормально, когда ты что-то не знаешь. У вас нет такого ощущения, что вы вечный оппозиционер? Вы столько раз могли и должны были бы попасть в правительство, в правящую коалицию. Вы меня упрекаете в этом. Я спрашиваю вас об этом. И всякий раз не попадали. Я могу ответить на это так. С одной стороны, да, конечно, можно было быть ловчее, посмотреть на моду и примкнуть к этой моде и быть, как вы говорите, более успешным. Однако то, что я делаю, я не могу считать неуспехом или неудачей, или сплошными проигрышами. Из года в год мы растем, молодое поколение приходит. Сам я тоже не теряю формы, мне с ними интересно, им со мной тоже. У нас растет партия интеллектуально, к нам модно молодым обращать взор и приходить, и у нас можно себя реализовать, подготовив себя к жизни любой другой, там, бизнесмена, дипломата, а можно и, ну, поверить и добиваться в политических каких-то изменений. Власть — это не только министерское кресло. Формула власти — это, прежде всего, влияние на процессы. Центр согласия имеет фракцию 31, из 100, и гравитация такая, что трудно проигнорировать. Особенно, когда такая безальтернативная и склочная коалиция, как сейчас. Мы можем любому, самому слабому из них поставить плечо, и он победит остальных своих троих. А кому вы готовы поставить плечо из нынешней коалиции? А никому и всем. Потому что вопрос не в том, кому поставить, а что добиваться. Какому закону дать движение, а какому закону поставить заслон, или какой-то норме закона, или чиновнику, которого будут назначать, и так далее. 31 — это очень тяжело политически обтанцевать, и она, эта гравитация, делает свое. Вы извините за такой вопрос. Вы кем себя по национальности считаете, по этническому происхождению? В Риге я латгалец. А в Латгалии? А в Брюсселе я латыш. Брюссель, латыш. Раймонд написал на латышском языке: «Не тяжело ли вам жить с осознанием того, что большая часть латышей вас ненавидит?» Написал. Вот я специально такой вопрос выбрал. Ну, кто меня ненавидит, мне их чувства не особо волнуют. Я получаю знаки признания
от очень многих латышей, и мне это придает силы. Но мне также не безразличное мнение не латышей. Я вообще против политического манкуртизма, когда вот тебя латыша не любят латыши. Ну, что значит латыш не любит? Это хуже, чем когда тебя русский не любит. Или вот то, что по Аюдину этот политический манкуртизм. Латышом ты можешь стать, родившись, если повезло. Но если не повезло, мы тебе поможем, ты можешь там поклясться и стать латышом. Это значит, граждане разные. И этот вопрос оттуда. Как тебе, если тебя латыши не любят? Меня, я прекрасно обласкан любовью своих избирателей, очень многих латышей. Ко мне подходят и со мной советуются люди, которые диаметрально находятся, ну, скажем, в каких-то базовых понятиях. Тот же Иман Калныч и многие другие, которые, ну, скажем, не замечены в симпатии к Центру Согласия. А еще один короткий вопрос от Евгения. Просит от имени своей мамы. Скажите, пожалуйста, господин Урбанович, где можно достать книгу, написанную вами в соавторстве с Игорем Юргенсом и Юрисом Пайдерсом «Черновики будущего». Латвия 34-41 и более ранние просто «Черновик будущего». Удалось найти только последнюю с 41 по 37 год. 47-й. В магазинах, говорят, закончился тираж. Да, извините. Ну, 47-й. Первую книгу мы издавали дважды, ее больше нет. Значит, надо будет еще раз переиздавать. Ее оба тиража расхватали. Наверное, потому что ругали очень сильно. А вторую ругали меньше, но ее тоже скоро не будет уже в книжных. А я сейчас озабочен изданием третьей, а вообще мы хотим пять. А пятая — это уже про вот то время, которое я еще очень хорошо помню, где мои записи, и не только записи, какие-то вырезки сохранились, воспоминания. Я имею в виду 88-92. Давайте к более жестким вопросам. Юрий из Риги, звонок по телефону. Юрий, прошу вас, здравствуйте. Добрый день. Прошу вас. Мне бы хотелось вам задать вопрос насчет Линдермана, да? Дело в том, что господин Линдерман старается противопоставить русских латышам и латышей против русских, да? Этим он не очень напоминает события 1905 года в России, где политический провокатор Поп Гапон устроил. Вот как вот я считаю господина Линдермана Поп Гапоном 21 века. Кроме того, название его партии «Заря» у меня ассоциируется с тем, что в Греции сейчас прошли в парламент 36 человек из депутатов из 450. И название этой партии «Золотая Заря». Да, спасибо большое, Юрий. И? Комментарий. Нет комментария, значит, нет комментария. Ну, простите, про что? Ну, согласен такой, ли я? Согласны, согласны. Что... Вы пригласите Линдермана, и пусть он все расскажет. Ну, сейчас, если раньше, Линдерман был один из публицистов, журналистов, общественный деятель, да? Я не стеснялся давать оценку той или иной его деятельности, какому-то эпизоду. Так? Сейчас он политик, избрал себе путь политика. Это значит, что он или оппонент, или конкурент, или кто угодно. И если я сейчас буду на него ему комплимент отвешивать, то это как это так? Я чужую партию, чужого лидера, другого. Я должен промолчать. А если я буду его поносить, неважно, заслуженно или нет, то я буду выглядеть тоже некорректно. Поэтому, коль скоро ему угораздило в политику, я считаю, что это... преждевременная была ходка с его стороны, потому что капитализация тех надежд, которые он в какой-то смысле олицетворял, мне кажется, она еще не состоялась. То есть он поторопился. Но все, теперь он в нашем цеху. Добро пожаловать, Владимир Ват. Нил Ушаков о Владимире Линдермане сегодня в интервью в газете «Латвия Союз». Мэр Риги Нил Ушаков. Главный тезис, который я уже говорил в вашей газете, за который меня потом критиковали, «Центр Согласия» — это не этническая партия только для русских. Это социал-демократическая партия, которая работает и для латышей, и для русских. Да, звучит критика со стороны тех, кто говорит, вы не за русских, и это плохо. И мне нравится, что мы за всех жителей Латвии, независимо от их языка. С такими нам не по пути. Время на русское и латышское в политике закончилось? Я думаю, Латвия
всегда будет страна, где живут, и надеюсь, дружно когда-нибудь, бок о бок разные представители разных народов, этносов. Я очень хочу, чтобы было возможно не стесняться, а наоборот гордиться, что кто-то латвийский белорус, латвийский русский, латвийский латгалец, латвийский латыш, лив, ну, я не знаю, кто угодно, все. И все. И тогда будет все хорошо. Если же мы будем, русские будут стесняться себя и становиться латышами, от этого политического манкуртизма не выиграет ни сообщество, ни латышей, ни русских. Ну, какой ты, как ты можешь быть своим среди новых, ну, условно, латышей? Наверное, есть какие-то позитивные примеры ассимиляции, наверное. Но если ты отказываешься от своих родителей, от своей культуры, ну как я могу тебе доверять, если ты говоришь, что вот сейчас ты будешь латышом? Это то же самое, что кто-то был православным, стал иудеем или стал мусульманином. Это все равно кризис, кризис личности. Мне кажется, плохо, когда такие кризисы происходят. И политика вот согласия, она заключается в том, что наша страна Латвия, мы здесь все, мы это все заодно, нам надо только договориться о своей единой формуле счастья и добиваться ее реализации. Договориться. Но не признают ведь ли вашу формулу счастья ваши, ну, как бы политические конкуренты, правящая коалиция? Потому что... Не признают. Выгодно говорить об оккупации, а не мораторий ввести. Ну, потому что люди покупаются на вот эти страшилки, на руку Москвы, на всякое такое, на страшилки нападения Псковской дивизии. Ну и все равно что. Старыми страхами. Это работает. И пока это работает, это будет поставляться. Только Его Величество, избиратель, вот тот, который голосует за эти правые партии, которые это культивируют из раза в раз, только он может сказать «баста». А они никогда. Их не надо с ними об этом. Они прекрасно понимают. Это бывшие советские люди, которые Янку Урбановича гоняли по всему периметру за слишком вольное толкование марксизма-ленинизма и других учений. Это все те же люди. Если изменится погода, они, вот видите, они еще и нас обскакают в виде их согласия. Вы не боитесь Псковской дивизии? Ну, опять, это была просто форма. Это не, сейчас, пожалуйста, хорошо, сейчас начну, как про Бишкек меня там про Бишкек, мимо шли. Вы, правда, в прошлом парламенте не получили дозвол Бюро по защите Конституции, большой скандал был. Из-за каких-то вот непонятных полутонов, которые так спецслужбами и не были вербализированы. Да, я пытался выяснить, не удалось. В тот момент во время Ярославского форума большого экономического, к несчастью, когда почти в те же дни разбилась и ярославская команда «Торпеда» хоккейная, в телехронике вас видели прям совсем рядом с Путиным. С кем? С Путиным были. Были кадры, были-были. Не по нашему каналу, по-другому. Так, стоп. В Ярославле часто... Путина не было. Ну хорошо, не было. Подождите, у меня вопрос-то о другом. Почему вы так часто в Россию ездите? Здрасте. Добрый день. Я в Россию часто не езжу. Я вот у вас здесь год как не был. И в России я, может быть, за этот год один раз был. И то чисто с выступлением на Балтийском отделении Балтийского форума. Все. Ну а что вас интересует в этой стране? Вот мне там все интересует. Меня интересует, потому что это соседская... Стоп, я не оправдываюсь. Я вот жалею, что мне не удалось поехать вместе с вами в Калининград. Мне дико интересно, что там происходит. К сожалению. Я, к сожалению, не мог поехать вот сейчас в апреле, пришлось отказать на форум государства Балтийского моря, куда едет наш премьер. Ну, мне очень жаль. Да, я с удовольствием, но мне не получается. У меня есть целая... уважительные причины, почему я туда не поеду. Ну хорошо, но вот Россия для вас-то что? Это как бы не бывший союзный центр, это не страшилка, вы не боитесь русских танков, вы не живете в системе координат Трависа Дзинтерса. А что для вас Россия? Это источник благополучия Латвии в будущем, как и Белоруссия, Украина, Казахстан, Турция, Китай. Если мы хотим, будучи в Европе, экономически развиваться, нам нужны партнеры за пределами Евросоюза и покрепче, чтобы были. Иначе здесь нас помнут, как это уже происходит. Тамара из Риги, звонок по телефону. Тамара, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, может быть, у меня и не по теме, да?
Да-да, пожалуйста. Да, но я хочу очень попросить господина Урбановича. Мы проживаем на улице Томсона 40. В каком городе-то? Рига. Да, и что там? И у нас мы судились за землю. Уже решение суда было более 7 месяцев. И нас объединенное домоуправление в лице Байба Бреды вот подписывает. Да-да. Ну и требует у нас деньги. Каждая квартира по 1000 там больше латов. Угу. Когда мы... Ну решение... и Урбановича что просите, заплатить за вас? Нет, решение суда было, что мы выиграли суд, что это незаконное было от нас изъятие этой земли под нашим домом. Ну... Спасибо большое, Тамара. И... Если есть нарушение, есть полиция... Есть борьба с коррупцией. Надо о таких сигналах не просить, а требовать к ответу всех тех, кто вольно или за пределы буквы закона трактует свои полномочия. Только так мы отучим всех, кто или в правительстве слишком большими людьми себя осознают, или в Рижской думе, или в любой другой думе. Мы пришли не на пустое место, я имею в виду Центр Согласия. Там смена поколений происходит, одновременно мы учимся, многому научились, и рижане по достоинству оценивает руководителя этой нашей команды Центра Согласия Нила. Но, безусловно, там есть какие-то прорехи, пожалуйста, помогите нам не прося, а требуя и в соответствующих инстанциях. Подавать надо жалобы в соответствующие все инстанции, их наплодилось у нас спецслужб, которые должны этим заниматься очень много. Обращайте их внимание на все эти ваши, даже если у вас нет уверенности, есть подозрения. Это не призыв бороться с составом моих товарищей и коллег в Рижской думе, это именно им в помощь будет. В противном случае вы будете негодовать, они ничего не узнают. А спецслужбы будут вникать в политические процессы и влиять на них, если у них вы им работы не дадите, как сейчас. На меня сейчас обрушился гнев хоккейных болельщиков. Не торпеда, а, конечно, а Локомотив оговорился, я говорю о гибели. Да, но знаменитой... там был президент Медведев, это Ярославский форум. Проводился совместно с Балтийским форумом. Там предводителем был Игорь Юргенс, мой товарищ. Мы с ним вместе с 98 года тащим целый ряд таких площадок, в том числе и Ярославский форум. Мы готовили сообща. Мы всегда в мае проводили такое предварительное обсуждение повестки дня Ярославского форума, а осенью, в сентябре, как это было правило, мы уже в рамках обсужденного с европейской частью делегации на Ярославском форуме уже вырабатывали какие-то свои, с позволения сказать, ноу-хау. Знаете, вообще шероховатые вопросы, самые разные приходят. Я их, наверное, так и буду зачитывать из наиболее интересных. Спрашивает вас, наверное, человек с ником Шалим. Поддерживаете ли вы, Янис, независимость Абхазии и Южной Осетии? От кого? Ну, вероятно, то ли от Грузии, то ли от России. Ну, независимые государства, независимые. Вот что с того, что я или поддержу, или не поддержу? Это тема и проблема, которую должны решать сами абхазцы, осетины, вместе, наверное, с грузинами, с россиянами, всеми теми, кто в этом, в этих несчастьях живут. От того, что я за кого-то заступлюсь, если кто-то противоположная сторона это услышит, это не поможет ни тому, за кого заступился, никак. Кстати, Балтийский форум на этот год уже наметил. Мы собираемся этими болячками заниматься, как Приднестровско-Молдавская узел, Карабах, Азербайджан, Армения, и, конечно, грузинско-абхазская, грузинско-осетинская проблематика. Мы договорились с нашими европейскими экспертами, которые этим занимаются по долгу службы, что мы немножко расширим и нейтрализуем стороны, которые не способны друг с другом говорить, разбавим прибалтийским климатом, это будет происходить у нас. И вот этот
Шамиль или Шалим, да, он сможет, если он будет следить за повесткой дня, мы обязательно огласим, и на нашем сайте Балтийского форума это можно будет прочитать, он сможет сам прийти или поддержать, или наоборот кого-то. Знаете, что мне пишут уже? Я вот как бы хочу докопаться в кои-то веки без подхихи, а вот человек с ником 3А написал: интересно, а куда пропал тот ироничный тон Мамыкина, который так присутствовал в интервью с ЛРТ и Домброва? Необъективно, товарищ журналист. Замолкаю. Реклама на канале ТВ5. Добрый вечер всем, кто смотрит телеканал ТВ5 только с этой секунды. Лидер парламентской фракции Центра Согласия Янис Урбанович еще почти полчаса на ваших экранах. Добрый вечер. И еще снова я говорю вам, что мы ищем ответ на вопрос, почему Центр Согласия не хочет идти вместе с партией «Заря». Три варианта ответов на ваших экранах. Второй пока в лидерах чуть-чуть, хватит эксплуатировать русскую тему. И вначале одна цитата из Яниса Урбановича годичной давности. Глава фракции Центра Согласия всеми Янис Урбанович о Владимире Линдермане и Евгении Осипове. Мое позитивное отношение к их работе, безусловно, политически корыстно. Это доброта моя, она зиждется на моей политической злобе, конечно, но я к ним отношусь как к рыцарям чести и достоинства. Они спасают честь и достоинство не только русских, которые уже смирились, уезжают или тихо плачут, а в том числе и латышей спасают. Это помощь тем латышам, которым неудобно сказать «мы не против русских». Им раскрывают глаза, и это очень хорошо. Ну и? А что? Отказываетесь от своих слов спустя год? Как? Я год назад был еще умнее, чем сейчас. Ведь все так и есть. Ведь если бы не было бы вот этой демонстрации своей самости, как латышей, так и русских, демонстрации отношения к происходящему, несогласия к происходящему людей большим количеством, то, может быть, мы уже жили бы совсем с другой конституцией. Было бы в Латвии, как в Эстонии написано, что цель существования государства латвийского — это благополучие исключительно латышей. Ну, похожая формула. Ну. Многие забыли, но если посмотреть двухгодичную давности интернет, то такие слова звучали. Кстати, нас вот упрекают, почему вот мы там повелись. Ну, да, обида была большая, но не у нас, а у нашего избирателя. Мы были вместе с ним. Это с одной стороны. И обида сейчас прошла? Подождите. Вы меня сбиваете, я становлюсь тогда мрачным и неинтересным. А я хочу совсем другое сказать. Мы продемонстрировали всем, что мы способны быть как такие нацеленные на компромисс, готовность разговаривать без предварительных условий. А после того, когда нам было устами Солви Талбот и не сказано, что русское представительство во власти возможно только в России, то мы продемонстрировали, что можем быть вполне радикальны. Нас упрекают в том, что вот Владимир Линдерман, что мы слишком пресные. Мы как раз тогда, и именно его поддержав и обеспечив тот успех, а я именно так его оцениваю, именно мы это сделали, и сделали осознанно, и мы показали способность быть, когда надо, вполне радикальным. Нас не надо упрекать неспособности к радикализму. Просто мы не считаем правильным с утра до вечера быть радикальным. Очень тяжело в политике быть готовым к компромиссам, поощрять других политиков, когда они готовы решать что-то для твоего избирателя очень нужное и важное. Проще, конечно, с утра до вечера всех объявлять, что они там. Но вы и спустя год, вот смотря на Линдермана, который с утра до вечера обвиняет, считаете Линдермана рыцарем, как в этой цитате? Я тогда, если вы там весь контекст посмотрите, я говорил, что я не знаю, как воспользуется вот с этой ситуацией, этим авторитетом, который нарабатывает Осипов и Линдерман и другие. Но уже то, что они делают, взявшись, угадав время и тему, да, они уже молодцы. Действительно, я им аплодировал, потому что они угадали очень точно время, место и тему. Я говорил, я не знаю, как они этим воспользуются. Сегодня я вам
до перерыва сказал, что они, мне кажется, капитализации, политической капитализации того годичного референдума поспешили, разменялись. Я думаю, так. Вот и все. Они заставили Ушакова год назад поставить подпись и под сбором подписей, и под и на референдуме за русский язык? Глупости все это. Никто не заставила ситуация, заставил избиратель, с которым мы советовались, который говорил: ребята, нельзя молчать, не на улице же машины сжечь или другим криминальным делом заниматься. Вот хорошая ситуация, давайте продемонстрируем, что нам не все равно, кто мы здесь, покажем, что мы здесь есть, русские, не только русские, пришли и сказали: мы здесь есть, и мы уважаем свою самость. Это хороший рассказ для латышей. Это хорошая для всех латышей, для меня, для всех это хорошая история, что в Латвии живут русские, которые любят эту родину, хотят здесь изменений, как они считают, лучше, и гордятся своими корнями. Значит, они не манкурты. Для латышей это прекрасная информация. К сожалению, зомбирование и использование «давайте мы сейчас еще больше там, будем нападать», это неправильная реакция от того перепуга, который одолел всех правящих. Но вы не боитесь, что все русские в какой-то момент перестанут голосовать за Центр Согласия? Потому что сейчас электоральные симпатии в основном у партии, у Объединения Центр Согласия. Центр Согласия русских показал год назад на референдуме, что он способен быть куда радикальней, чем кто-либо, кто себя сейчас называет радикалом. И в то же время он знает меру, этот Центр Согласия, и способен работать очень тяжело, в рутинных, обыденно, часто в изоляции, при прессинге правительства, гнусном прессинге, когда то, что наверняка своему мэру бы позволили бы и дали бы, отнимают у Ушакова, так как они ведут себя беспардонно по отношению к оппозиции и к избирателям, гражданам. Всеми вы имеете в виду? Да, всеми. То извините, кто это еще выдержит? А мы не только выдержали, но мы набираем темп, и давление, которое на нас обращено, оно нас пока не убивает, делает нас только сильнее. Давайте еще одна ваша цитата, теперь уже полугодичной давности, про русский фланг и некоторых жаждущих, так сказать, какой-то должности прямо от структур правительства. Из интервью Яниса Урбановича газете «Нет» Каригари Тавизе осенью 2012 года. Якобы будет и какой-то русский политпроект. О чем речь? О слабенькой попытке Линдермана легализоваться в политике? Партия Линдермана уже существует. Возможно, и будет так называемая партия правых русских. Надо же посадить ростки несогласия в нише этих сил. Я вижу, что некоторые журналисты русской национальности хотят сотрудничать с властью, желая получить какую-то должность. Хорошо, теперь без цензуры. О ком идет речь? Никого не буду называть по имени. Господин Урбанович, ну, кто эти журналисты русской национальности или заблюды у корыт власти в Латвийской Республике? Так, все русские журналисты, помните, вас обозвал гадкий язык Мамыкина. Я в лучшем случае промолчу после таких наездов. Ну, про там кого все вы сказано, да. Там все сказано. И если кто следит за процессами в латвийской политике, они это все наверняка могут хорошо оценить и понять. Да, были планы создать правую русскую партию. Сейчас он видоизменился, но не отказались. Сейчас активно начали дежурные русские как в единстве работать, так и у партии Задлерса. Даже специалист по пиару из Центра Согласия ангажирован и приглашен для работы в команде партии Задлерса. Кого вы имеете в виду? Я никого не имею в виду. Я просто знаю, что это происходит. И меня это радует. Меня это радует. Я бы очень хотел, чтобы они все ввязались в борьбу за нашего избирателя. Это, ну, соревноваться с нами. Тогда им надо будет стать еще больше Урбановичем, чем Урбанович, или больше Ушаковым, чем Ушаков. Андрис из Елговы стал зрителем, который задает вопрос по телефону. Андрис, добрый вечер. Добрый вечер. Прошу вас. Я латыш, и я думал голосовать на следующем выборе за Центр Согласий. Но я не знаю, почему отказались за референдум проиграл. Да. Мне надо подумать.
Да, спасибо Андресу. И, кстати, Игорь тоже написал похожий вопрос. Вот Центр Согласия был против введения евро, как и большая часть жителей страны. Это просто укол в сторону правящих с вашей стороны был? Или это позиция ЦС? Нет, подождите. Если позиция, тогда почему вы не инициируете этот референдум по евро? Давайте по вот порядку. Почему? По порядку. Мы по-прежнему считаем, что 2014 год — это время, когда Латвия еще не готова к присоединению к еврозоне. И 2014 год не время, когда вообще в эту зону кому-либо вступать, потому что она находится на стадии перемен. Почему Латвия не готова? Потому что готова страна тогда, когда она больше экспортирует, нежели импортирует. Мы явно импортирующая страна с импортирующей экономикой, и поэтому кабалан у нас будет только нарастать. Раз. Теперь почему мы не инициируем референдум? Инициирует Ивета Григула, но никто из вашей фракции извините, вдруг пожалуйста. Не поставил подпись под ее почему инициативой. Мы не... Ну, во-первых, нам не надо никаких Григула или кого-либо. Мы или делаем сами, или не делаем. Да? То есть нам не нужно, чтобы нас кто-то тут управлял. Неизвестно кто, неважно по какой фамилии. Мы уважаем себя, у нас достаточно сильное экспертное крыло, и мы расценили следующим образом. Если мы сейчас остановим, а мы можем собрать много подписей, в принципе, никто, кроме нас, это и не может в Латвии никакие референдумы поднять, то тогда мы можем остановить включение Латвии в еврозону, но мы не получим ни правительство, чтобы пользоваться, ни управление Банка Латвии, чтобы эти преимущества, когда у тебя свои деньги, использовать. Таким образом, мы навредим стране и станем единственными виноватыми тех несчастий, которые неизбежно придут в 2014 году. Вступим мы в Европу, в еврозону не вступим, а то, что от нас уехало много десятков тысяч людей, которые работают на другие экономики, это станет причиной, что у нас 2014, 2015 и последующие годы будут очень тяжелые. Напомню, что это время, когда уже надо основные суммы долгов отдать, про которые многие уже забыли. Все уже на радостях, уже готовы взять новые кредиты, приобрести, обновить и так далее. На самом деле, это миллиарды, и это очень будет тяжелая ситуация для Латвии. Плюс вступление в еврозону, это обяжет нас сразу помочь грекам, а может быть и итальянцам, и еще кому не так удается здорово преодолевать кризис и отдавать долги. Но, повторяю, мы не враги страны. Многие вот говорят, как же так, почему? Вы понимаете, мы ответственные политики. Мы не хотим ни навредить ни себе, ни никому, кто здесь будет вместе с нами жить. Мы можем только навредить этому правительству. Ну, выколоть глаз, да, чтобы говорили, что у тещи зять одноглазый. Ну, что это такое? Если мы не можем и через это что-то решить, улучшить, то лучше мы не будем делать. А второе, мы считаем и призываем Домбровского и его правительство, что это ваша обязанность. Это ваша задача и ваша ответственность, господа правящие, обратиться к народу и получить поддержку. А если нет, то пусть вот те, которые сейчас хотели изменить, такие есть, изменить мнение и проголосовать впервые за русский центр согласия, ну вы сначала, перед тем, как идти за нас голосовать, вы сначала разберитесь со своими, за кого вы сейчас, избрали. Им надо звонить и говорить, пожалуйста, наш символ, наша денежка, наш лад никому не отдавайте. А то смешно получается. Русскими избранный политик не может сработать в правительстве, но спасать любимую святыню лад только на русских и последней надежды. Ну, перестаньте. Давайте еще один звонок. Нет, Янис из Даугов впился, звонит. Янис, прошу вас, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я, как господин Урбанович сказал, что он латгалец, я тоже могу откровенно сказать, что я латгалец. Предки мои из Ельсики, можно сказать. Ну, вот меня обидно, что и что левые, что правые, все, когда попадают в Ригу, как-то общие разговоры, программы, когда по местам, тогда будем все решать, а в конце концов в Риге попавшие забывают о своих корнях, об обещаниях на территориях. Чтобы сохранить Латвию, какая она была, какая она нам дорога, нужно быть здоровыми с сепаратистами. Надо все-таки как-то Ригу оградить от этого всего, чтобы она не стала в черной дырой, которая поглощает и золото, и дерьмо.
которая все поглощает. Хорошо, если она дерьмо поглощала бы, но она и золото поглощает. Ой, слушайте, Янис, я как рижанин... Границу. Я как рижанин, вот да. Поглощать это не хочу, даже если потом придет порция золота. Вы уж простите меня. Я за интересы Латгалы. Мы имеем границу с Белоруссией и с Россией. Между Европой и... То есть, короче, один квадрат, погонный метр границы просите. Мы должны получать прибыль от этого больше, чем Рига. Почему да. Мы хотим больше, лучше жить. Нам дороги хотя бы сделали бы. Да, а вы получаете деньги из-за того, что машины катаются вдоль нас, и транзитом уходят в Россию, или с России в Европу уходят. Да, спасибо большое, Янис. Я понял ваш вопрос. Согласен. Вы поддерживаете идею, кстати, автономии Латгалии, озвученной Нет. тем же самым рыцарем, про которого вы говорили год назад? Нет, не поддерживаю. Почему? Ну, мы маленькие. Все вместе, все население, это один микрорайон, предместье Парижа или микрорайон Нью-Йорка. Нам еще не хватает сейчас делиться и бороться друг с другом. Там Рига с Латгалией или Латгалия. С Курзом и так далее. Нам еще этой ненависти не хватает. То, что по отношению к Латгалии производится, мягко говоря, несправедливая политика, это факт. Всегда об этом говорил и всячески стараюсь эту несправедливость изменить. Живу в Латгалии, между прочим, а не в Риге. Хотя такая статистика, что как минимум каждый третий латыш в Риге это выходить из Латгалии. А каждый четвертый латыш дома по-латгальски говорит, в Риге живущий. Так, навскидку. А вы на каком говорите? Дома, с домашними? А что это такое? Это ну, что как такое можно так задать ответ? Вопрос? Конечно, по-латгальски. По-латгальски? Вы по-латгальски говорите? Всегда. В семье? Да, и все мои дети. Знаете, что спрашивает ваш Сергей? Нет, давайте послушаем вначале еще Виктора, тоже из Латгалии, это по телефону, а потом вот одну интересную электронку от Сергея. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Я хотел бы спросить у Яниса Урбановича, какое вообще отношение он имеет к русскому языку и его партии? Как они имеют право о русских разговаривать, если они никакого отношения не имеют? И когда закончится эра профессии латыша? О, ну тут у вас два вопроса. Ну ладно, начинайте с любого. Имейте отношение к русскому языку. Я люблю русский язык. За меня голосуют русские. Я этим горжусь. Многие, но не только. И не вижу здесь никакой проблемы. Как раз наоборот. Очень мало латышей заботится о русских и о русской культуре в Латвии. Именно поэтому у нас вот эти все несправедливости, против которых в интонации Виктор дал понять. Хорошо, намекнул. Профессия латыш. Это есть такая профессия до сих пор? Профессия латыш, я могу догадываться, но не буду пытаться. Он тут тоже так едко намекнул, что, мол, все латыши это иждивенцы и так далее. Ну, я так это понимаю. Я и с этим не согласен. Я вообще с Виктором сегодня не согласен ни в чем. Но я чувствую, что у человека накипело. Ну, наверное, он не там ищет причины накипи. Сергей спрашивает, может быть, вы с ним согласитесь. Вот скажите, может ли, на ваш взгляд, сложиться в Латвии ситуация подобная Румынии с Чаушеску, Югославии с Милошевичем, Египту с Мубараком и так далее? То есть, когда находятся силы, призывающие власть к ответу за все содеянное. Вот именно вот ситуация, вот эти три страны в разные исторические, соответственно, эпохи. Румыния Чаушеска, Югославия Милошевич, Египет с Хосни Мубарак. От любви до ненависти один шаг. И во всех этих странах, Мубарак, Чаушеску и других, их смещали те, которые раньше считали вот этих ныне смещенных своими кумирами, причем чаще всего искренне. Вспомните в России, что было после смерти Сталина, как все сначала плакали о его кончине, искренне вполне, а потом ненавидели и так далее. То есть может все что угодно произойти, и много книжек про это написано, и много теорий, и докторских защитили, но мне кажется, искра происходит, когда вот долго и всех обманывают, и тогда происходит какая-то искорка, никогда не знаешь. Вот в Тунисе было самосожжение, где-то что-то происходит, и как-то
происходит эта электризация. Я никого не призываю, но я действительно, как вот ваш Сергей пишет, я бы опасался власть имущих, потому что, ну, очень уж беспардонно все происходит. Ну, а час возмездия, когда вот эта вот критическая точка в Латвии в нынешней ситуации может наступить? Или знаете, не наступит? Вам только скажи, опять Бишкек вспомнит. Вот, да, вот да, где это тонкая грань? Ну, смотрите, вот мне кажется, даже то, что мы такие вот расколотые, латыши и русские, друг с другом собачимся, да, заняты поиском врагов, и все готовы готовиться к реваншу, именно это и помогает тому же Домбровскому преодолеть вот, вот эти вот все консолидации. В другом, в других Грециях, да в Германии, да во Франции, да пожгли бы, к чертовой матери, все здесь, да. А у нас, так как мы заняты друг другом, с нами можно делать все, что угодно. Это как бы такая черный юмор. Но ведь и мы не можем не только противостоять, но мы и добиваться ничего не можем. Мы с политиками не можем народ говорить о насущих вещах, о налогах, о транзитах, о каких-то экономических проектах созидательных и многое другое. Мы не говорим, потому что мы заняты друг с другом. Это очень ловко устроились они. И вот даже вот эти комменты и так далее, это сплошная ненависть друг к другу. Да-да, я, кстати, их не читаю принципиально, но, к сожалению, их пишут до сих пор, даже по большей части. Последний звонок Эрике из Риги. Эрика, очень коротко прошу вас, у нас ровно одна минута. Прошу вас, здравствуйте. Эрика, алло, алло. Я, ман лёте грибэто спатэкт вену фразы. Лёте лепнес ир Урбанович, кад винш ир лавгалец, эс лёте пато приятаюс, ман сакнес ари накну лавгалц. Bet mums ļoti bieži tā, kad gan krieviski runājošie, gan arī latviski runājošie sēž principā uz diviem krāsiem. Tad, kad ir izdevīgi teikt, ka es esmu latviets, tad, kad es esmu latviets, kad es izdevīgi teikt, ka es esmu krievs, es esmu krievs. Un līdz ar to arī politiku piekop to, kura viņiem ir izdevīga. Man ļoti gribētos, ka Latvijā mēs visi apvienotos un mēs būtu Latvijā dzīvojošie latvieši un vadītos pēc... Да, Эрика, я понял вас, спасибо. Эрика говорит, что она гордится Урбановичем, когда он говорит, что он латгалец, и сама она тоже латгалка, но часто получается так, что когда выгодно говорят люди одно, а когда выгодно в другой ситуации, говорят другое, об этническом происхождении своем и не только. Главное, чтобы все были живущие в Латвии латыши, так сказала Эрика. Еще один короткий вопрос от Сергея, не могу не задать. Как вы думаете, каковы шансы на выборах у Центра Согласия в Даугавпилсе после прогремевшего там коррупционного скандала? Последний вопрос. Вы все будете очень приятно удивлены нашим стартом и финишем в Даугавпилсе. Я благодарю вас за ваш сегодняшний финиш почти часового марафона в программе «Без цензуры». И вам спасибо. Это Янис Урбанович, глава парламентской фракции Центра Согласия всеми страны. Я благодарю всех, кто звонил, писал, участвовал в онлайн-опросе, победил вторая позиция, простите. Прощаюсь до завтра, а впереди вечер новостей. Оставайтесь на ТВ-5.